Салют, ребят! Это видео нацелено в основном рассказать, как пользоваться таким приложением, как Discord, почему я выбрал именно его и в чем его преимущество, а также что именно происходит в этом Дискорде. Совсем недавно Discord прыгнул на новый уровень, и здесь уже более 1000 человек. Именно после этой планки я решил, что нужно увеличивать активность и делать всякие разные интересности. Начнем с того, что вам нужно, чтобы его установить. Скачать Discord из Play Market или App Store, ну или с компьютера. Да-да, он есть на всех платформах. Перейти по пригласительной ссылке в описании под любым видео. Подтверждать email для того, чтобы участвовать в жизни чата и сервера, не нужно. В чате есть свои правила, а также всякая интересная информация по игре. Помимо этого, в чате действует система прокачки по уровням активности. Чем выше ваш уровень, тем выше ваш доступ. В конечном итоге этот доступ открывает вам новые чаты, в котором находятся только определенные ранги по уровню. Данная система позволяет мне сосредоточиться на тех, кто реально привносит вклад в жизнь чата и интересуется игрой. Чем выше по рангу в чатах вы находитесь, тем больше шанс того, что я увижу ваш вопрос и отвечу, либо просто проведу диалог по душам. По достижению нужного уровня вас автоматически перекинет на новый ранг и откроются новые чаты. В ближайшем будущем я планирую развивать наше с вами общение и делать это на регулярной основе, чтобы общение не было ограничено только комментариями под видео. Именно поэтому я ввел систему уровней. Всего в чате 10 рангов, каждый из них позволит делать что-то более уникальное. К примеру, по достижению 3 уровня вам будет выдан доступ на загрузку картинок, чтобы вы могли поделиться чем-либо с остальными участниками. Апнув 12 уровень активности, вы получаете первый доступ в более высокую комнату, а также возможность ставить реакции к комментариям других пользователей. И это только одни из примеров. Повышение уровня происходит следующим образом. За ваши сообщения вам капают очки опыта от 15 до 20 опыта рандомно за одно сообщение. Тем самым, чем вы активнее участвуете в общении, а также помощи другим, тем выше ваш уровень и в конечном итоге выше преимущество. В Дискорде можно участвовать как в чатах сервера, так и писать мне в личные сообщения. С недавних пор я закрыл личку ВКонтакте, потому что она тупо не справляется с потоком вопросов. Да и постоянные уведомления тоже очень неудобны. Могу пропустить что-то реально важное, если их отключу. Поэтому я открыл личку в Дискорде, где и будет происходить дальнейший движняк канала между тобой и мной. Какие преимущества есть на сервере? Первое – общение. Второе – чат для набора в альянсы. Третье – голосовые комнаты. Четвертое – VIP-комнаты, доступные только для спонсоров канала. В первую очередь, спонсорство – это добровольный жест выразить мне ваше спасибо за работу, которую я делаю. Поэтому кто-то его приобретает, если есть желание и возможность. Буквально недавно я полностью переработал приятные бонусы, которые получают спонсоры. Раньше был один уровень, теперь же их 4. Редкий, эпический, уникальный и легендарный. И некоторые функции в Discord открываются именно после покупки такой подписки. Давайте быстренько о них расскажу. Редкий уровень даст вам желтый ник и статус в VIP-дискорде. Доступ VIP открывает соответствующие разделы для спонсоров, доступ к реакциям вне зависимости от вашего уровня в чате, смайлы на стримах и ранги, лычки, которые видны как на стримах, так и в обычных комментах. В VIP-комнатах есть обычная флудилка среди спонсоров, уникальный чат с наборами в альянс спонсоров, которые могут читать все пользователи. При этом комменты оставлять там могут только спонсоры. Как подключить доступ VIP в чате, расскажу чуть позже. Эпический уровень дает бонусы редкого и плюс к этому еще возможность смотреть некоторые видео на канале раньше всех. Для этого нужно проверять сообщество канала на наличие сообщений для спонсоров. Это может быть как ссылка на видео, так и простые вопросы или голосования. Но как правило, уведомления приходят отдельной шторкой от имени канала. Уникальный уровень дает бонусы предыдущих, а также голосовой VIP-чат, в который я буду заходить и просто болтать или отвечать на вопросы спонсоров. Для активации данного доступа вам нужно написать мне в личные сообщения Дискорда. И последний легендарный уровень, который помимо бонусов за прошлые 3 ранга даст еще возможность заходить на стриме ко мне в комнату и задавать вопросы или просто беседовать в прямом эфире. Вас будет слышать каждый. Для активации данного доступа вам также нужно отписать мне в личные сообщения Дискорда.
Также хочу сказать, что общаться голосом я буду не только с випами, но и с каждым, у кого есть такое желание. Для этого есть общая комната, в которой болтать могут все уровни чата. Вип вы или нет, разницы нет. К примеру, иду по делам, бац, пишу в чат, что готов поговорить минут 20-30, у кого есть желание, и вы заскакиваете в эту комнату, и мы с вами беседуем. Конечно, есть тонкость и в настройке голосового канала, ведь там можно говорить двумя способами. Первое, в режиме рации ваш голос будет идти в эфир элементарно, когда вы держите нажатой эту кнопку. И второй, активация по голосу. Вам ничего не нужно держать, просто говорите, и голос идет в эфир. Остальные настройки, кроме этих пунктов, лучше не трогать. Конечно, мне приятно, когда мою работу поддерживают материально, и я благодарен всем, кто дает каналу жить уже на протяжении более года. Однако, если у вас просто нет такой возможности или желания, не страшно. Главное, чтобы видосы вам помогали и были полезны. А как благодарность, вполне сойдет и палец вверх с подпиской на канал. Итак, чтобы активировать ваш статус VIP, который у вас есть благодаря любому уровню спонсорства, вам всего лишь нужно проследовать в настройки своего аккаунта, перейти в функцию интеграции и там привязать ваш YouTube канал, на котором у вас работает действующая платная подписка к чату. После этого в течение 10 минут или часа, когда как, система автоматически выдаст вам VIP-ранг, цвет в чате и другие бонусы, описанные на канале. Если подписка заканчивается, статус VIP не убирается сразу. У вас есть отсрочка в 3 дня на его продление. Спешу заметить, что для разнообразия в чате работают 3 бота, я их назвал Йогурт, Ряженка и Сметанка. Не спрашивайте, почему, нет времени объяснять. Эти 3 бота могут как помогать чате, если вызывать их определенными командами, так и реагировать на эти команды порой очень неоднозначно. В общем, с ними весело, однако за нарушение эти боты могут вас окислить за пару минут и удалять подобные сообщения, а могут как заглушить вас в чате на какое-то время, так и забанить с концами. По поводу моего ника в этих чатах не переживайте, вот объяснение почему. Бог Пафоса не дремлет. Вы сами меня породили. Периодически рандомно в начальном чате, который доступен каждому, я буду разыгрывать спонсорские подписки канала или что-либо еще. Для этого вам нужно отреагировать на уведомления Everyone и оказаться в онлайне именно в этот момент. При этом выполнить некие условия или другие тонкости для победы. Будет интересно, это я могу гарантировать. Хотели конкурсы? Теперь они переехали в Discord. А пока Фина дают тебе за участие в арт-конкурсе саную 1000 кристаллов. После этого видео в скором времени я запущу конкурс под названием «Самое слабое звено», в котором ты сможешь получить намного больше. Поэтому не пропусти его. Ну и последнее, что я хочу сказать про Discord. Большинство из вас все время удивляется, почему не пришло уведомление о видео или стриме. Ответ прост, YouTube падла, и работает некорректно, даже если у вас прожат колокольчик на все уведомления канала. В Discord же все просто, он всегда уведомит вас о выходе нового видео или о начале стрима. Достаточно оставить в настройках уведомлений вот такие параметры, которые также можно найти в настройках вашего аккаунта, нажав на шестеренку. Данная команда действует на всех участников сервера, и любую важную информацию вы не сможете пропустить, ведь вам придет уведомление об этом, и придет оно 100%. Короче, если ты хочешь получить забавное общение не только со мной, но и оперативную помощь по игре, тебе точно нужно зарегистрироваться в Дискорде. А для этого надо всего лишь ввести имейл, дважды пароль и указать свой никнейм, под которым тебя будут все видеть. И ты с нами. Разнообразные конкурсы, вопросы и так далее ты просто не можешь пройти мимо. Я регулярно нахожусь именно в Дискорде, общаюсь по возможности с каждым. И останавливаться на этом не собираюсь. Ведь весь залог успеха — это общение с вами, друзья, с моей аудиторией, которая должна получать то, зачем пришла. Ответы на вопросы и фан. На этом я с вами прощаюсь, надеюсь, это видео в очередной раз было полезно, особенно тем, кто просил сделать подобное видео, чтобы узнать все тонкости бытия. Ставь лайк просто так, прожми подписку на канал, забей на колокольчик YouTube и будь в курсе всех новостей первым в Дискорде. Ну и, кстати, про Twitch тоже не забывай, именно там в ближайшее время я буду проходить другие игры на стримах. Все ссылки, ребят, как обычно, в описании под видео. Дальше интереснее. Всем пока. Мне одному кажется, или в плане вариативности и прочего, телега сейчас просто соснула. Пафос? Вы сами меня породили.